ребята, хотите быть духовными? Молитесь. Когда я познакомилась с Верой Баха, я очень обрадовалась, потому что именно в это время я задумывалась, да, как жить, что делать, что такое Бог, что такое человек, вообще для чего мы существуем, для чего мы живем. И вот это в это время я вот узнала о Вере Баха. Берем килограмм моркови, на килограмм мяса и килограмм риса. Тогда у нас пропорция будет правильная. Мы с мужем жили в Узбекистане. Я родилась вообще в Таджикистане. Мои дети родились в разных странах. Поэтому, если меня спросите, вот какая страна мне самая близкая, я не могу ответить, потому что мне и Узбекистан близок, и Таджикистан, и Грузия, и Армения. Эй, Витяра, еще не видят чиз? У наших детей нету вот такого сильного отличия, там, например, ты армянин или таджик. Они везде себя чувствуют хорошо. У меня муж армянин. Он с христианской культурой, я с мусульманской культурой. Языки разные, языки и культура. Но вы знаете, вот это общее есть, вот религия, она очень сильно помогала. В любой храм Баха, если вы зайдете, какого бы уровня и масштаба не было, вы там увидите 9 дверей. Единый купол и 9 дверей. Это означает, что существует 9 религий, представители всех религий могут заходить и читать молитвы, свои молитвы. То есть они свободны, да? Я привык без бумажки. Ну, с телефона записывай. Тасны нейродары из Кызбери, Менгуна Целенг Бахай Хамайн Каястану. Из Казарина в Яростну Тваканин, Артен Советака Миюцина, Контрецин Вор. Хамайн Кельчи Горци, Ишпес Уриш. Окей, Вор Хамайн Кнеля. Հետո երբ արդեն իրավունքը տրվել է 92 թվականին մի հայ ընտանիք Սիրանուշ Այվազյան բահայիկիներ Բրազիլիայից ինքայացել է Հայաստան եւ սկսել է կիսվել այդ մտքերով եւ որոշ մարդկանց դա եղել է հոգեհարազատ մի քանի 100 հոգի է Հայաստանի բահայ համայնքը մանկական դասարանները Սալյանի օֆիսում մանկապարտեզում ունելով ժամը 10-ին էինք ոնց որ որոշել 10-ին Բահայները հավատում են, որ մարդկանց ծառայելու ցանկությունը դա մարդուն տրված է, իսկ նա իրենց մեջ կա այդ ցանկությունը։ Բոլոր մարդիկ իրենք իրականում ստեղծված են, որպեսզի առաջ մղային այդ հավերժ զարգացող քաղաքակրթությունը։ Հետևաբար առանց ծառայություն այդ պրոցեսը անհնարին կլինի։ Այդ հետեւսն վա մեր թեման հանդիպման ունելու է ծառայությունը։ Ո՞վ գիտի ինչա նշանակում ծառայություն։ Ես այնտեղ մեր շենքից լիֆտ եկա, ու բայց գամեսքում դեռ մի ատատիկ ու ծանր ծաներ, չգիտեի որ մեր հարևանն է, նորմալ է։ Օգնեցի։ Ինչ օգնեցի ծանը։ Շատ ավելի ծառայություն։ Այսօր ամենակս մի հատիկ ծառ կպատրաստի իր ձեռքով ու բացիկ կգրի։ Բացիկն է կպատրաստենք միասին։ Այդտեղ դուրս կգնանք փողոց ու կծառայնք իրենք անծանոթ կանաց։ Ուտեր կանել է, իսկ պուշ անելու ենք։ Չէ, ուղակի երկար տրեք անել։ Հաջորդը, օրինակ կարա ստեղծել։ Արտակում եք սիրուն ձեռագրով երեխեք, օրինակ կարող եք սագրել, դուք ստեղծվել եք, որպեսի միմյանց համար սերտացաբերել։ Ես վերջացրեցի։ Ой, Зарик, ты не мой смер гарн Антон не лишь, но работа. Хай, ты смер гарн Антон. Мой апрель, блин, апрель. Апрель. Ты лакон, ты такой красивый. Ты сейчас лакон. Шар, работа, ты гарн Антон. Мой апрель. А тут там.
Однажды Абдул-Баха, то ли в Европе, то ли в Америке, ну вот там одна женщина ему говорит: «Ой, вы знаете, я так люблю молиться, так люблю молиться. И даже когда я еду готовлю, говорит, я, говорит, люблю вот это, молиться, я молюсь, говорит». А потом что-то она приготовила и пережарила, да, короче. Но что самое интересное, Абдул-Баха сказал, ты, говорит, ну когда готовите, надо готовить, а когда молитесь, надо молиться. То есть надо эти две вещи разделить. Мы детям не даем религиозное образование. Мы детям даем возможность, чтобы они духовно развивались. И также они материально развивались, чтобы они нашли свое место, чтобы они получили правильную профессию. Когда мы взращиваем детей духовно, мы им передаем знания о всех явителях Бога. Они должны осознавать, что есть разные святые книги, они с уважением к ним относятся. К 15 годам дети могут выбрать, какой духовный путь они хотят выбрать для себя. Некоторые могут остаться и без выбора. Ну, первый блинком. Да, первый блинком. Браво. Мне нравится. Община БХИ проводит образовательные процессы. Очень важно, чтобы было включено и наука, и творчество, и искусство. Есть такой принцип единства науки и религии. Есть такое сравнение, что человечество парит на двух крылах. Одно крыло – это религия, другое крыло – это наука. И когда одно крыло перевешивает в одну сторону, птица человечества может упасть и не сможет парить больше. Բահայի համայնքում փոքր Հայաստանում Բահայի համայնքում։ Ինչո՞ւ։ Դե համայնքը, որը ձգտում է, ես երեխաներին ուզում ենք կրթություն տանք։ Ինչո՞ւ ինչ որ հավատք է ստացված, թե։ Ինքը հավատի գաղափար կա, բայց ոչ միայն։ Ոչ միայն։ Չէ, որտեվ ես եմ հավատում, ես ոչ բոլի չեմ հավատում, ես քրիստոնեությունը չեմ հավատում։ Բայց հավատում եմ, որ մարդ պետք է աշխատի, պետք է պարապ չմա։ Религия Бахаи – это интересно то, что особое место для женщин. Что так как именно женщина является первым учителем, поэтому даже Бахаллах говорит, если у вас мало денег, и вам надо выбор между мальчиком и девочкам вот это образование, Бахаллах говорит, что надо дать образование девочкам. Почти. Стакан. Теперь в Бахаи нет особых ритуалов, традиций. Если, например, ты молишься, ты просто садишься и читаешь молитву, да, обращаешься к Богу.